общем, я пошел гулять по Караколу, смотреть, где, что и как находится. И первое, что мне попалось, это аренда снаряжения Ski City. Вот он, Ski City. Мы сейчас зайдем и узнаем, что и где, сколько стоит. Ski City — это самая большая точка аренды. Здесь я просто вижу неимоверное количество разной обуви, лыжи, сноуборды, правда, не вижу. Есть сноуборды, пожалуйста, вот они. А, да, вот, это я. Это я слепой. А в Алмате даже у нас во многих точках аренды я такого количества абсолютно не видел. Стоимости. По стоимости у нас видно. Разные категории, то есть ценовая расценка от 500 до 1200. Это за комплект? За комплект, да. То есть в комплект входят ботиночки, лыжи, палочки. Аксессуары идут отдельно. То есть шлем, очки, перчаточки, они уже по отдельным ценам. А если человек вот придет, он без одежды, к примеру, как я, а вот и полностью снарядится? Полностью снарядится. Так, смотрите. Куртку, штаны, шлем. В целом, чтобы полностью снарядиться, ну, 1500. 1500 сом? 1500, да, вместе с лыжами, с одеждой, с очками, со шлемом. В сутки? В сутки. Не в сутки. То есть, смотрите, у нас получается, работа заключается за один день. То есть, с 8 часов утра до 7 вечера. Вам должны вернуть до 7 вечера? Да, потому что у нас идет подготовка к выдаче. После 7 дезинфекция обуви, сушка обуви. Ну и потом уже к выдаче готовим. А если человек приехал сюда, к примеру, на неделю, он может какие-то скидки, может быть, карточку что-то предусмотреть, его, чтобы взять и неделю не приходить, просто взять на неделю и кататься? Нет, смотрите, у нас условия аренды. То есть мы берем в залог паспорт, ну или же права, документы в целом. То есть вы оплачиваете за один день, ну а последующие уже мы посчитаем по факту. То есть день сдачи снаряжения. Если брать с увеличением скидка? Скидочки, да, будут. Ну, каждому человеку индивидуально, да. Индивидуально. Да, нет определенной процентной ставки, что 2 дня столько-то, 3 дня столько-то? Нет. Уже смотрите индивидуально? Уже, да, индивидуально. А снаряжение у вас все новое? Снаряжение не все, конечно, новое. Здесь разные года, то есть и новое тоже. Я здесь был летом, и, ну, совсем, конечно, с другими целями туристическими. Но не видел. Вы, получается, работаете сезонно? Сезонно, все верно, да. Когда открываетесь, когда закрываетесь? Так, смотрите, примерно январь, до начала января. Вообще официально у нас открытие идет, так, ноябрь-декабрь вы открываете? Вообще нет, открываемся раньше, ноябрь-декабрь он уже идет сезон. Уже начинается, люди катаются? Да, до первого, вообще у нас, вот смотрите, самый сезон начинается разгар с 31-го. По 15 по 20 января, прям именно на такой промежуток времени, когда все после каникул отдыхают, приезжают сюда. А когда заканчивается сезон? Сезон в зависимости от того, как уже погода скажет, да, то есть от выпадения снега. Это примерно до марта, до Наурыза. До Наурыза. А ски-пас? Ски-пас даем, то есть в аренду, опять же, своим нашим клиентам приходят, даем в аренду скипас, снаряжение, все с возвратом. И какие там условия по скипасу идут? По скипасу никаких условий, просто берите снаряжение, мы вам как бонусом даем скипас. Ага. А по услугам там наверху, это уже там? По услугам, да. За услуги канатки уже отдельно, да, оплата идет. Это, то есть, уже нужно в капризе. Все понятно. Ну, а это вторая точка, которую я здесь увидел вообще. Эта улица, она довольно-таки богата на точки аренды. И как мы с вами поняли, они работают с ноября по март. Вторая точка, это точка аренды называется Snowland. Вторая точка аренды — это Snowland. Здесь у нас, мы видим с вами, сдают и одежду, сноуборды, лыжи, в общем, все необходимое снаряжение. И здесь нас встречает человек. По стоимости скажите, пожалуйста. По стоимости комплект лыж у нас начинается от 500 до 1000. От 500 до 1000 сомов. От состояния, от марки и от года выпуска лыж. А если человек хочет полностью взять снаряжение, включая куртку, скипас, лыжи, ботинки? Ну, каска, очки, все полностью комплект.
это составляет от 1800 до 2500 до 3000. Ага, это уже я могу прийти сюда в шортах, да, и одеться, и выйти, да, отсюда уже готовым. То есть, да, так и можно до 3000, можно полностью комплект взять. Это посуточно у вас или на дневной день? У нас посуточно. Посуточно. То есть, например, если вы сегодня взяли, например, вечером, часа в 4, то есть на следующий день в любое время до 12 до 11 ночи можете принести и сдать. Угу. Если продлеваете, можете позвонить. А скидки предусмотрены какие-то? Да, скидки постоянным клиентам, скидки есть обязательно. А если человек взял на 2-3 дня? Ну, если на 2-3 дня, то от общей суммы можем сделать какую-то скидку. А предусматривается какой-то конкретный процент или уже просто индивидуально разговариваете? Ну, в основном индивидуально. В основном индивидуально. А сноуборд сколько стоит аренды? Сноуборд начинается от 500 до 1200. От 500 до 1200. Да, там тоже аналогично, так же, да? Состояние, тло. Ага. Ботинки я вижу. Это все они новые? Нет, они уже сезон отработали. А, эти уже сезон отработали. Да. Но на состоянием вы смотрите, да? Да, стараемся смотреть. Это вот они прошлый год отработали, и этот получается. А как часто обновляете снаряжение? Ну, мы вообще в прошлом году первый раз открыли. А, вы новая точка аренды. Да, надеемся, что на следующий год у нас уже будет более новое снаряжение. Ну и по цене будет, соответственно, чуть повыше, получше. По контингенту здесь туристы в основном местные или иностранцев тоже много? Ну, в этом году местных больше, наверное. Вообще появляются? Иностранцы есть, да. Не категорически нету, есть, но мало очень. Пока еще не восстановились? Да, мало-мало, потому что вот в основном приезжают казахи из Казахстана и Россия. Вот ребята были из Сочи недавно, вот с Питера были. Есть, но мало. Угу. Если от общих клиентов взять процентовку, то где-то процентов 30, а не 35 максимум. Угу. Основные местные. Понял. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Следующая точка у нас это Ойлун Ски. И поехали посмотрим. И следующая точка у нас это точка аренды Ойлун. Здесь опять же я вижу здесь полные комплекты. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Как вас зовут? Меня Алтынбек. Вы хозяин? Нет, я здесь работаю, хозяина пока нет. И получается у вас здесь вы работаете с какого периода сезон? Вообще, сколько, с ноября месяца я здесь. И работаю, до? До где-то апреля будем здесь. До апреля работает? Да, здесь, здесь вообще в принципе сезон в горах, да? Да. Ага. Вы предоставляете все полностью, не только лыжи, сноуборды? Также и костюмы в комплекте. И сколько будет стоить полный комплект, если я приду в трусах и скажу, я хочу покататься? Около 2000 где-то. 1800 вот так будет. 1800, 2000 сом. Это за сутки или у вас где-то по часам? За сутки, да, получается. За сутки. Да. Значит, к примеру, я приехал сюда сегодня, я взял костюм, я оплачу 6000 сом и могу трое суток не приносить вам это все, сам по себе гулять. Потому что, да, ну, в некоторых точках, я так понимаю, что они сказали, у них есть рабочие часы, что после 7 часов я должен прийти и сдать. Не, мы работаем с 8 до 10 часов. До 10 после, часов. Да. На какое количество людей у вас здесь комплекты? 200 человек можно услышать. 200 человек можете 200 одеть полностью. Да. Какие-то есть скидки у вас? Как называть сейчас модно? Каскадные, не каскадные? Если я возьму на 2-3 часа или я возьму 5 комплектов, что-то такое? Скидочки сделаем, да, скидочки у нас есть. Фиксированные или рассматриваете индивидуально? Индивидуально, да? Индивидуально рассматриваем. Ага. До ковида вы уже работали или вы новая точка? Не, мы вот в 21-м году только начали работать. Угу. Ну, по сравнению... Второй год только работаем. По сравнению с прошлым годом, как у вас результат? Результат хороший. Лучше, чем 21-й год? Да, лучше, сейчас лучше. Люди оживились, больше не боятся, что кто-то кашляет рядышком? Нет, такого нет сейчас. Понятно, понятно. А, и гости откуда к вам приезжают в основном? Гости с России, с Казахстана приходят. Ну, в основном с России.
А европейцы, азиаты? Европейцы мало. Европейцев здесь мало. Мало. Да. Скипас вы тоже предоставляете? Скипас у нас есть, да. Да, да, предоставляем. Он платный или? Вообще платный, мы так иногда бывает бесплатно выдаем. И его уже просто люди сами там пополняют. Да, да, сами там уже пополняют на командке. Понял. Благодарю большое. Да, спасибо. Ну и следующая точка, которая мне попалась, это прокат. Просто назван он ски. Ну а это, друзья, то, что поразило меня опять же в Кыргызстане. Аренда снаряжения, музей и место для остановки туристов в одной точке. Кому интересно, смотрим дальше и поехали!